детишки. У меня сыну Никита как раз будет буквально 3 сентября 9 лет. И вот, и он уже пойдет в 3 класс. Вот, и желаю ему, чтобы он хорошо учился, чтобы осваивал языки, осваивал науки и, в принципе, не то чтобы хорошо учился, а чтобы это все было впрок. Желаю всем учащимся или кто пойдет в школу, чтобы они, во-первых, не пропускали и занимались систематически уроками, потому что в нашей жизни все важно очень делать систематически. Если ты делаешь это каждый день, если занимаешься языком каждый день, то ты будешь его буквально в считанные сроки знать хорошо. Не пропускать, не болеть, конечно, потому что болезни выбивают намного, поэтому надо стараться родителям быть более ответственным. Если ваш ребенок болеет, не пускайте его в школу, потому что тогда заболеют все остальные. В общем, мне хочется сознательности родительской в первую очередь, потому что ее, к сожалению, бывает достаточно мало, вот, и от этого страдают все остальные дети и окружающие. Вот, и, собственно говоря, я желаю всем терпения и благодати.